Геры можно было сдать, у нас 4 человека поднимали. Они без геры были, без дебафа. Стоит кушать. А как посмотреть, куда водяная бомба падает? Там на полу огромная такая бомба. Синяя бомба. Лужа синяя, да, будет? Не, не лужа, огромный синий шар. Okay. Шар воды такой. Аля. Это пугает этой бомбы, я, блядь, ни разу не видел. Ну, меня въебало сейчас. На третьей фазе посмотри, как отбегаем от огня. Дайте по петам рибов, пожалуйста. Дайте пристам. Зачем? Инту дайте. Пульнул. Побежали. Уходим. Ой, я надо это мягко на пол дал. Момент 3-4. 3-2. Отбежали. Огонь 3, 1, перешли. К квадратику ближе. Отбежали все. После будет задувка. Сейчас задует, добиваем. Череп прохил. Все, все в квадрат идем. Четыре. Два. Один. Отбежали. Идеальному с Форест Дейнер. Пламя скоро. Побежали. 6, 5, 4, 3, 2. Отбегаем. Все забежали на ту сторону, за квадратик, за ромбик. Примерно раньше. Между собой встали. Сейчас будет Гера. Гера. Вон бомба лежит, видишь, Зоркий? В квадратике. Вы умрете. Вы... Скалбаунт, массакру. Здесь место, когда шли. Вы умрете. Прохил. Корнез, массакру. Вы умрете. Сбежались, обстрел. Вы умрете.
Мастера. Огонь 5. Нет, не надо. Огонь. Дальше рассосались по комнате. Мастераурный огонь, мастераурный огонь, быстрее. Поднять, 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 рейд. Отлично, добиваем. Все, из меток вышли. А, Войд, Фореста, БР. Печенька, все быстрее. Чего вы там стоите? Огонь, одна. Переходим. О, в другую сторону, да, налево. На... Все, все правильно, кромбику. За звездочкой. Надо это мягко на пол даем. Может, давай в меня дашь на пол? Уже поздно, ладно. Меня просто на пол убили, просто. Давай, бей. На мне нагрел. Огонь 3, огонь 2. Побежали левее. К краю ближе подойдите. Под стеночку. Нет, чуть отошли, Романов. Огонь 3, 2, 1. Вышли. Есть БР, если нужно. Пока нет, тут фаза. Прохил у меня. Бомба БР. Угу, хорошо. Пирекс умер. Сыграйте бомбота. Огонь. 5. Бомбот в рейд. 3. Бомбот в рейд ушел. 2. 1. Отбежали. Идеально есть поднять меня? Можно тянуться? Огонь. Еще парочку нужно убить. С метками сигнальных не трогаем. Остальных убиваем. РТТ в грудь, Мелики в ноги. Рост, ты сам вводишь. Огонь 5. Огонь 2. Начинаем крутиться. Огонь. Выбежали. Бомбу смотрим водную. Возле меток она. Романов, притворись мертвым. Мелизона. Огонь. 3, 2, 1. Огонь, обстрел. За спину. Велики, осторожнее, огонь в мелизоне сейчас. Огонь 5. 3, 2, 1. Отбежали от босса. Отводи его. Бомба далеко, за ромбиком. Вот сейчас совой рейд, я за вами веду босса. Там бомба, ребят. Блять, ну 5 человек нахуй улетело. Боб, вводи рейд, я за вами веду босса. Да я умер, блять. Но меня не прохилили. Один. Огонь. Беги, малышка, беги! Блять, я не понимаю, Донт, у нас 5 человек упало на третьей фазе, самой изичной. Каким образом? Я упал, потому что у нас толпа бежала. Короче, я отстал от толпы, кинулся огонь в них, вперед и на меня, на ход мне. Может, вопрос мне один? Не было варианта, как по огню идти.
Почему на последней фазе ты водишь босса в центре, он раскидывает бомбу, пацаны подходят и взрываются? Почему ты не водишь, как на третьей фазе? Просто по комнате потому и все. Потому что, в смысле, по комнате я и вожу? Нет, ты водишь его в центре. Я вожу ты его за рейдом. Ты же раскидал бомбы, сам танк их не убил. Танком их не убил, потому что тебя возле стенки все. Ничего не меняется. Третья, четвертая, они идентичные. Третья и четвертая фаза одна и та же. Все. Мы уже так делали, ты забыл, Райз? А его не было кто-то. Нет, это он же нам тогда был. И сказал, мы так и сделали. В итоге админ сдыхало людей больше, чем когда мы держим его на центре. Ну, извини, если ты сдыхаешь на третьей фазе, то, конечно, у тебя не получится сделать так на четвертой. Извини, просто... почему кто-то а кто-то вот может, люди умирают. Ну, почему они умирают, почему они не лутают? Почему ДП? Ты мне задаешь такие вопросы, почему они умирают? Я ебу, я что, за ними с ними слежу или что? Ну, они просто даже... умирают и все, это невозможно контролировать. Бля, это нужно сразу контролировать, это надо ГП и все. Бля, если вы не хотите закрывать хэмку, блядь, делайте обычку, не бейте мозги, блядь. Сыпали, блядь. О. Шо, вы хочете обычку? Просто, а бабычку можно меня тогда взять, пожалуйста? Я не хочу. Я типа. Мне вообще нет, пофигу. Нет. Все, шо, все, успокойся. Ты замотивировал команду. Сейчас убьем. Просто сначала пускай идет рейд с меткой вот этой, а за ним уже босс идет. Предыдущий трай как-то не очень было. Тем более метка упала. Так вот именно метка упала, я пытаюсь босса поставить, а рейд наоборот бегит в другую сторону. Рейд сначала бежит, вот огонь кинулся, рейд пробежал 30 метров, ну 25, ладно. Ну и я знаю, как просто это мы убивали. Ну и за ним уже босс идет танк. Танк сам приведет как надо. Просто бегите вперед босса. Потому что если вы будете за боссом ходить, вы будете в мины наступать. Так вы в ХМ сейчас будете продолжать? Конечно. Босс, ну ты вагон, получается. А нет, вагон не замена. Какая замена? Я чё вот это? Мы сейчас сову меняем, которая умирает каждый кадам. Сова, ты временно на замену. У меня сова тоже есть. Знаете, я проходку доделаю, пожалуйста. Да ну. Ну может кому-то сюда лут не нужен. Слушай. Мне особо лупо. Нам нужно босса закрывать, а не чтобы там людей еще сове, учить. Которая просит проходку, блядь, это статик второй. Это человек, а второй статик, блядь. На ёбаный рот, ребята. Unlucky. Слушай, Дом, может, меня с ним поменяешь на этого? На проходку чисто. Ну, совух приятно. Ага, да, блядь, конечно, шо, ну чё. Может, мы вот эту всех проходку DPS... будем делать просто, типа. Ну а чё, ДПС, в принципе, хватает. Ты просто, понимаешь, Донт, я разговариваю. Говорите, давайте бафаемся. Мне сказали, в воскресенье приходи. Я пришел в воскресенье. Если бы мне сразу сказали, иди с пугами, я бы с пугами пошел. Поставьте шкаф, присумоньте вару. Хочешь, левай? Задавайте эти вопросы тем, кто вам это обещал. Конечно. Почему все Донту адресует? Нет, обещал. Я не знаю, откуда у нас эти люди вообще берутся. Я не говорю, что мне кто-то обещал. Мне просто сказали, приходи в воскресенье. Кто же сказал? Я с Донтом разговаривал. Здоров, Саня. Да хуй знает, у нас, блядь, новые люди, блядь, в гильдии появляются, я их не беру. Мне пишут, можно сделать проходку? Я говорю, ну, приходи в воскресенье. Типа, если все нормально, сделаем. Ну, естественно. Я не говорю о том, что мне обещали сделать проходку. У нас тут пиздец, впереди. Вы бы просто обещали изначально. Мы изначально сказали. Я вообще хотел вас всех кликнуть сразу. Ну, вообще-то правильно. Человек, это не ты умираешь в огне, то ты не попадешь сюда, в хэмку. Конечно. Вот. Ну, ты тут на три трая сидел с нами. Умираешь в огне, просто я на тебя даю БР, ты еще раз умираешь. Я смотрю, где БР, а нет БРа. У совы, которую я поднял. Я умер, потому что на меня... Да, я вижу. Я бы мог объяснить, но... Что-то. Вообще. Наверное, еще 5 секунд, 3 секунды.
Одна секунда, отошли. Сейчас будет каст, отбежать нужно будет, и потом задует. Не добиваем, ждем, когда задует. Квадратик все. Добиваем. Пять. Три. Два. Выбежали. Идеально, мой нерфойт. Отойдите от огня, чего туда встали? РДД. Кубоп. Кубоп. Тишина. Ну как он? Пойдем, пойдем, за звездочкой, за звездочкой. Выбежали. Разбежались. За квадратиком, за ромбиком стоим. Готовимся отдавать пружинки. Геру. Бомба, место займите между квадратиком и ромбиком. А, бомба, нет, стоп, 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 еще рано. Пламя. Умрете. Вы... Масса крафтал баунд. Массакра, Корнеас. Вы... Беги, малышка, беги! Вы умрете. Три. Огонь. Подбежали. Давайте добиваем. За обстрел добить. Отлично, никто не упал. Стакаемся в звездочке. В звездочке стакаемся. Войт, войт, войт. Фулл рыбав дали, пристабав лапку. Скай тотем на ману, скай тотем на ману. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Печеньки. Так, куда ты повернул? Ладно, ладно, я к вам приду, приду. Приебались. Там просто огонь возле входа лежит. Айна на прохил. Ну вот. Меня прохил. Огонь ждем здесь, бежим налево. Сильно бежим налево. 2 секунды. Выбежали, выбежали. Прохил сейчас едет. Через огонь бежим. Все отлично, стоим. Бомбот. Бомбот поймайте. Бомбот. Зафирял. Огонь. 4. 3. 2. Побежали, побежали, побежали. Стойте точнее здесь. Здесь ничто не бьет. Чуть-чуть назад. Еще двигаемся. Огонь за нами идет. Все, все, стоим, стоим, стоим. Огонь 5. 2. 1. Побежали. 300 давай тысяч. Давай еще дальше вот сюда с вами. Все, череп не трогаем. Квадратик не трогаем. Крестик тоже. Да нет, двоих оставь, двоих. Много слишком, 3. Ладно, квадратик. Ладно, все. Огонь 5. 3. Левее побежим. 1. Побежали. Еще дальше передвинься, я поведу босса за вами. К печеньке отводи примерно.
Это ты так же, это ты огрузь ноги Мелики. Вы умрете. Три. Огонь. Одна. Отбежали. Левее. Don't притворись, Кубо проскол, never притворись. Да, это мягко раз. Левее. Ракета, смотрите. Spellbound, массакру. Подводи краю ближе. Миленький огонь. Обстрел, 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 обстрел. Пиздец, обстрел. Есть БР, кого прибавить? Я перевожу сейчас дом. Я перевожу в квадрат, а вы становитесь в крест. Шали в крестик. А, пирекса подними. ОЕшку. Отбежали. Отбежали. Пламя скоро. Три. Два. Левее. Побежали. Прохил, прохил, прохил рейда. По мини. Корнес. А, бля, нет. Мастер аур, дайте на огонь. Кого поднять? Поднять. Подними меня. Первый пати хант. Еще дальше проходите. Даю. Нас заграждают. Да, Донт, я нельзя левее, падать. Левее, 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 бежим левее. Стойте, стойте. Гоу, гоу. Ноги бьем по ногам, все ноги, потом остальные добьем. О, тело. Ты когда падаешь, Донт, все, пизда начинается, просто рейд, ну, останавливается и стоит на месте. Потому что вторая метка. Ну да, поставь хотя бы три метки, потому что, ну реально, ты просто остановился, типа, и все. И рейд стоит, я, блин, танка не могу никак вести. А что за ущербный лут? Какой трай, такой лут. Похуй, шо, вас забирай. Скажи. Я, блядь, вообще сейчас на ретрике не играю. Заебали, блядь, не хочу танчить. Кубо, блядь. Шо, да ну нахуй. Неинтересно. Локон. Донт, может оставим Торима на вторник? Ну смотри, уже 10:30, 2.5 часа. Давай. Да ладно, чё вы уже убьем, ну какая разница, вы, блядь, потом... Торин с первого трая улетит, ну ёбаный рот. Вы потом просто охуеете в... ну, завтра или во вторник бить все остальное. Кого все остальное? Торин, Везакс, Йог. Торин, Везакс, Йог, а потом ещё... Ладно, ладно, давайте. Давайте, один трай, если с первого трая не убираем, не убиваем Рёшка до завтра. Ой, до послезавтра. Ну, окей. Суждаю. Так, шо вы? Держи. Не торопись. Бля, пусть Кубоб заходит на паладина, потанчит, блядь. Если Роза хочет уходить. Дон, там может, слушай, там эти метки ставить дольше, чем будет трай. Может, другого, может, первого этаж. Может, убьем. В обычке убьем и не будете ебать мозги. Нет, да какая обычка? Не, обычка мы не убиваем, может, все. Ладно. Закончились эти времена. Согласен. Может, первый этаж убьем тогда, чтобы не тратить время на метки. Пошлите, пошлите, пошли, пошли первый этаж. Завтра уже первый этаж быстро. Да, давайте. Ну, типа, я не то, что это, но это реально торим долгий. Типа, ну, канал минут... Алгалоне, 10... потом не нойте, что вы заебались. 10 минут подают. А мы сначала будем Алгалоны бить, а потом всех остальных. А потом Эро сделаем. Ну да, не убьем Алгалона и сделаем расход. Не убьем Алгалона, типа пойдем Торима добьем Йога и там этого. Понятно, девушка. Ну не, остальное это просто. Рейд 2.5 часа. 2 часа нравится. Можно меньше плуда, все, хватит. Давайте уже добьем все, что осталось, потом поговорим. Да не, можно сейчас говорить, мы все равно трахнем. Ну кайф, ну блядь, ну флуда ты, очень много. Ты, блядь, Невер сам будешь очень часто, а сейчас всех затыкаешь, осуждаю. Давай, идеально, только шустренько. На кузне. Короче, ребята... Шкаф кто-нибудь вскрините. Я там ссылочку дал в Дискорде. Давай посмотрим, посмотрим. Ну я, знаете, сидел... Вообще жестко, 2 часа с лишним сидел, я полчаса а сначала... А что, типа, по как, ну, типа, тактика та же самая была? Да, все то же самое, только... Ну, вот так кемпами никто не бегает.
То есть, РДД стоят в РНЖ, да? Абсолютно все разряжены стоят. Ну, потому что большая разница. Либо 8 человек... Милики бегают компом одни, все равно. Ну, ну, а да, им как бы выхода-то нет, им надо босса бить, они же милики. Окей, мы посмотрим, типа, может, обсудим какие-то моменты. Да, кто сейчас в личку написал, Кубобу? Я прилогался. Я написал. Вообще тяжко было, там даже челик с ГГВП рога взлетал по КД, ну раз 5, наверное, потом он перестал взлетать. За 15 минут где-то до конца таймера мы его убили. Когда все научились в дырки заходить, от кары отбегать. Это где? Здесь, на сервисе? Да. В дальневосточной гильдии. Какая у нас ДВ-шка? Фантайм. Понял. Ну это на Орде она. А, шкаф, шкаф, шкаф. Честно, я бы тоже заебался за паладина танчить. Такая скука, я ебу. Да танчить за всех, да по-моему. Да я, блядь, я не танк, сука, я, блядь, ретрик, отъебитесь от меня. Я ретрик, кулак, но кулак, весь попал, ульдуар, блядь. Весь ульдуар, там первая КД танчил Бьорн, и все, дальше я. Давай я потанчу, чё. Так, ладно, поболтали, давай. Твой рот в танка, погнали. Подожди, мы сейчас я спекнусь, подамажу. Да не надо, не надо, не надо. У кого из хилов есть ДД, давайте спекайтесь, Корнес похилишь. Я уже спекнулся в ДД. А. Хорошо, ну пойдет, значит. Лапните бафку. Суманите, пожалуйста. Ой, бафните лапку. Суманю. Тыкните по суману. Че, может там какому-нибудь совуху нужно этот пойти и убить первых боссов? Типа, мне на проходку не нужно. Ну, посмотрим, может кому-то что нужно. Это будет красивая победа. Все, глав хила, ребаф, дайте точный. Я бы трини отсюда хотел. Рос, я могу на ДКшке танчить. Да все. Слушай, ну, возможно, на следующих КД... Да не, ладно, давай я тебе уже Т4 полутаю потом. А твинками вы в Икуню сходили? Нет. Нет, мы завтра я буду собирать. Я буду собирать Икуню, и у меня есть КДшка на ДКшке. Алгаон плюс Йог. Блять, ну почему завтра? Десяточка. Ну, так дни складываются. Мне на этого неким идти. На уголона. Но мне все КД. На всех твинах абсолютно. Да, блин, не будем донтова гонить уголона, ты че? Тем более у него ордынская, блин, КДшка. Не, КДшка это не ордынская, это просто я понял, что у тебя так. Я пытался в твое КД зайти, а у меня уже было КД. Ты ж был лидером. А меня мало не забили. Не-не, донт. У меня... Да, ну... Да тут нас убирают. Не-не-не, я сегодня заходил, я сегодня с фейкой заходил. Все нормально было. Так она ренегат. Нет, у тебя просто... Короче, у меня на ДКшке КД. А у меня нет. Ты был лидером, а у тебя не было. И я пытался в твой инст без КД зайти на ДКшке, на котором есть КД. А, Войт, дай, пожалуйста, БР. Забили, умирали. Дайте лапку, пожалуйста. А, у тебя нет. Слушайте, блядь, типа, ну, умирать на этом боссе на трэше, типа, просто потому что мы пиздим, типа, это какая-то хуйня, блядь, не находите? А я на пол отдавал. Нормально такой, на пол. Типа, если вас бьет лужа, выйдите с лужи. Если вас бьет моб, не бейте моба. У меня была лужа, кстати. Да, Керу, давайте пьем. Куча. За эту посадку. Много ДД умер. Блять, успею. Ой, похуй, блять. Кто? Я один, что ли? Два хилла. Да они же в ДД. Да. Ну ладно. Мы что, слабые, что ли? Даже не рядом. Не, сильно, извините. Ошибся у вас, ребят. Даже не рядом. Долбоёб, извиняюсь. 10% еще, ну да. Ай-яй-яй. Ну тогда все Т4 полутаем. Т4
Да не, на самом деле, типа, ну, у нас просто нету наших локов. В смысле, блядь, а я кто? Ты не наш. Не наш. Получается, ты не наш. Смотри, Нави, что ты, я тут увидел. Что ты увидел? Где? А, это куда? А, вас раскрыло? Я потел, я потел. Да это ты просто проебался, блядь, по-любому. Слакай. Ну, ГП. ГП себе, ГП себе. А где там кубок? Ты что-то неправильно говорит метр. О, кстати, кубок. Да, кубок на 15 месте. В смысле, где твой компаньон? Где вот это вот чудо, которое рядом нужно бегать? Ну реально, слышь, 303. Да он вот, он рядом бегает. Ну или кого-то бьет, походу. Да никого он не бьет, что ты рассказываешь, блядь. Беса не вызвал, блядь, ГП просто не хочешь. Он же демон. Че ты там ковыряешь? Это буквально Never, когда мы били трэш, говорил, блядь, пацаны, хватит флудить. Типа, когда мы бьем... Подожди, ты сейчас сам сказал, что когда можно... мы бьем босса? Нет, ну я-то сказал, не суть, я не спорю. Ну ты-то говорил, хватит флудить. Ну там просто, блядь, просто балаган, блядь, 8 чек одновременно говорят, вообще нихуя непонятно. Все а было. Вот это ты, блядь, балаган разбил, нет, все понятно. Нормально, да, блядь? 8 говорят, а его не слышно, потому он психовал и все. Я молчал в тот момент. Ну, вот. Молча психовал. Все, пиздец, блядь, задушили. Да если бы задушили, ты там синий в углу валялся. Да я и лежу здесь один в синем углу. Красный угол в доме, я знаю, а синий угол это типа это барная стойка, что ли? Получается, что так. Я видимо, дайте это. Что такое красный угол? Void Fury, Inner по глав хилу. Хилы бейте, пока острокрылую в спину. Красный угол это там, где раньше были иконы, это вся хуйня. Что с ним. Блять, что с фреймами у боссов, объясни. Слышите? Меня очень сильно лагает, вообще не могу ротацию жать. А сейчас... Стой на месте, похуй. Фейк. Нет, срывает фейк, срывает рейс. Сейчас я на пол сдам, откатится. Давай, я крылья дал, типа. Слушай, я не знаю, мне нужно что-то пофиксить. Типа, это, ну, не должно так фризить. То есть у меня на том же самом Мироне подвиснет, типа, 4 секунды просто, ну, не отвечает в целом игра. Как будто просто дисконнекнуло. Потом ну чего, попробуй все моды сдуть. Ну как я буду без всех модов играть? Да нет, ты, может быть, какие-то аддоны настраивал, они там тоже где-то не так сработали. Поэтому проверь, может быть. Ну, подключай к нему. Сарис, ПД. Да, все поняли, что нормальная триня. Ребята, а кто поднимите меня, спал, подними. Потому что она сейчас чуть ли не бисовая. Дайте покаяние в одного из. В каком месте она? Ну такого. Ну, дохуя СПД, конечно, да, классно. Ее очень сильно апнули. Ее апнули в два раза, кубов. Она сейчас по статам не хуже, чем островная. Ну, только с меткостью. Ну, 2000... Чего, 1000 на 20 секунд. Ну, да. Ну, сколько? 2 минуты, блядь. Дохуя. Ну, 1000 подели на 6. Островная 785 на 10 секунд, но с КД в 45 секунд. Да, это а 745 на 4,5 нужно подлить. Короче, не суть, дайте покаяние в одного из мобов. Быстрее, давай, ну, шоба. Паладины, давайте. Правого метку поставил, в него киньте. Все. Точно, боешка, вижу. А что боешка? Нихуя себе. Ну, там ноги. Был бы я богатый, я бы купил. Так что, боишка на продажу? Да, она беспонтовая. Конечно. Блин, у нас этот, у нас никто, все ленивые, никто не спамит этот, значки гильдии, покупка. Да, я уже видел, там всякие бомжи 25-ю гильдию как качнули. Почему сразу непонятно. Бомжи, блядь, если они типа слабые в ПВЕ, почему сразу бомжи? Что за оскорбление? Ну, ПВЕ это и есть это определение слова бомжи. Только это по QR 25-ю.
Нет, кстати, у Спикер вроде не 25-й. Я, короче, видел... 25-й. Спикер 25-й уже. У Легиона вроде, да? Наверное. А, ну Легион просто ты видел, блядь, сколько у них, блядь, ник онлайн, блядь, в 10 тысяч раз больше, чем у нас, блядь. Так туда и набираются с лоу-левела, они пока, блядь, квестики делают, гильда качают. Да, у них там гильдии откроешь, блядь, тебя зависит нахуй, блядь, компьютер, блядь, придется мастера вызывать, блядь, список их открывая. Так, я кикаю первый, Кимсик второй. Чё, только позел... Давайте вот этого. Ну да, Легион и Спекер, но Спекер очень давно еще гильдии, они намного старше, чем Норды. Ну, мы-то когда образовались? С выходом Ульдора? Хорошо, они нормально. Это за услуги, короче. Кимчик, ты следующего кикаешь. Кимчик, куда ты в новому кикнешь? Меня радует критика. Давай, следующий райс. А, нет, Шова. Зато по мобам, блядь, одни криты. Да ладно тебе. КД у меня стан. Окей, череп первый кикает пирекс. Танкую, пацаны. Кто больше тритана берет? Рос или Кубоб? Ответ Райс. Он стан. Ответ убил. О, еще раз бани. Кимсик банишь? О, этот, кикаешь первый. Смотри, как у меня... Бля, не успел, ладно. Не делай больше ничего такого подобного. У нас сезон как-то так начался. Блин, интересно, я босса смогу танковать? Где мне? Ну, не босса. Секунды две, бля. Только если unknown босса. О-о-о, да. Ну, плохо, хорошая шутка была. Ну его тоже пару секунд на самом деле. И то, ну не бейте вы, дайте ему отвернуть, все, сука. Понятно, понятно. О, ребят, сейчас письками помиримся. Сейчас дайте туда отпиться. Скидывай фотку. Понятно все. О чем думают паладины? Паладины не думают. Насчет паладина не обобщай. Это роза исключение. Не знаю. Я, по-моему, идеальный паладин. Да кто бы спорил. Ставьте рыбу, давайте там, дайте мне фласку какую-то. Так, чья сейчас третья аура, покажитесь. Ну, по факту у меня. По факту или точно? По факту у меня. Перестань на черную. Стоит. Все четко. Ставь обратно. Чего так, Шова это? Дает первый, Корнеас второй, Спеллбаунд третий, мастер ауры. На третью ауру. Я вам скажу, когда сменится. Или нет, Дон скажет, потому что я лагаю. Okay. Этот, как эта штука называется? Короче, я стану в лужу, а ты на пуль на меня. Втроем можете. Невер, Кубоб. Бафните. Там кулак, прист. И так далее. Шова, дай кулаки. Бафните. Я тут приста бафаю по 5. Блять, ну бафал же все. Как вот трое оказались без бафа? Кубоб. Ну бафал, видимо, когда все были мертвы, не находишь? Да все, все готовы. Прикол, и все тут были. Запускаю, все, запускаю. Поляйте.
Дайте Геру. Да, Геру. Давайте, да. На пульте у меня создание, потому что я не могу, с меня сейчас рвут, если я переключу. Мастера. А, мастер. Шо, блядь, ну он сам это видит. Поменялись. Поменялись. С Донтом уже синхронный дуэт. Корнес, ты взял сколько третью? Сколько тут в этом ультуаре? Карнес, ты взял третью ауру? Все, четко. Мастер. Поменялись. Спеллбаунд, третью. Блять, ну трита, конечно, у босса пиздец, нахуя столько. Мастер. Без осколков. Подожди-ка, а воина еще накрутили, наверное, да, получается? Mm-mm. А ну скинь чисто в босса. У босса нету накрутки, это все в босса урон. У второго и у Райза нет. Там чуть-чуть, 12 тысяч мума всего. Не, ну я напуливал, у меня тоже, но у меня 26, правда, с напула. Раз больше всех накрутил. Он все равно не дотянулся до рекаунта. Че, все, да, на сегодня? На сегодня все. Ну, 8975 как-то, ну так, ну... Ну, кстати, Донт, пользуйся макросом, нормальная тема. Прям хороший припод такой.